Добрый вечер, уважаемые зрители. Меня зовут Елена Марченко. Я рада вас приветствовать от имени Центра славянских культур, Библиотеки иностранной литературы. Сегодня мы продолжаем цикл встреч с духовными лидерами славянства. И у нас в гостях сербский сценарист, продюсер, председатель Союза кинематографистов Сербии Йован Маркович. Добрый вечер, уважаемый господин Маркович. Я с большим удовольствием передаю слово для проведения беседы с нашим замечательным гостем, нашему прекрасному другу, поэту, издателю Дмитрию Сергеевичу Брага. Добрый вечер, уважаемый Дмитрий Сергеевич. Добрый вечер, Елена. Добрый вечер. Добрый вечер и всем нашим зрителям и слушателям. Сегодня для меня день большой радости, потому что мы опять встречаемся с Йованом Марковичем. Йован Маркович – это корифей югославского и сербского кинематографа. Писатель, сценарист, продюсер. Йован Маркович возглавлял Союз кинематографистов Сербии. И он, как никто другой, имеет представление о том, что происходит на кинематографической кухне сегодня. Какие тенденции. И главное, как меняется язык современного кинематографа. Что вы скажете о языке современного кинематографа? Ну, конечно, что у целого мира идет волна, которая очень плохо влияние ее есть на кинематограф. Кинематограф у большей своей продукции стал развлекательным. Без этого, без намерения, чтобы у это искусство было искусство, которое показывает, у которым видно жизнь, его суть, его человек, его настоящие проблемы, настоящие желания, настоящие и так. Но это развлекательная кинематография, благодаря многим телеканалам, так много телевидения сейчас есть, и сериала, и большее количество этого есть просто пустота. Но всегда есть и очень серьезная кинематография. Но, к сожалению, эта пустота, она легче, ее многие люди легче смотрят и легче принимают. И это портит и душу человека, и его настоящее духовное бытие. Но сегодня существует и авторский кинематограф. К сожалению, он практически не попадает на широкий экран. И тем не менее, за очень небольшие деньги, с малым бюджетом, режиссеры, сценаристы, актеры пытаются общаться с публикой на языке искусства, а не только на языке коммерциализированного продукта. Но точно есть авторская кинематография. Здесь тому назад 20 лет я был основатель фестиваля, который сейчас этот фестиваль у Сербии, у Белграду проводится, фестиваль авторского фильма. Всегда мы собираем по 20-30 очень хороших картин из целого мира. Но я говорил общую тенденцию, которая плохая, а всегда будет люди, которые с мало деньги насчет своего на свой счет и так дальше работает настоящее искусство. Этого будет всегда. Вы воплотили в жизнь несколько десятков киносценариев художественных фильмов и сняли более 100 документальных. Первые ваши фильмы мы встретили на рубеже 70-х, 80-х веков.
Я помню очереди в библиотечных кассах киевских кинотеатров, в билетных кассах киевских кинотеатров. Но пришло время любить. Люби, люби, но не теряй головы. И то, как заранее, за неделю, нужно было покупать билет на сеанс. И тогда распахнулось окно нашего экрана, причесанную идеологически юношескую жизнь. Это было кино о нас. И мы вам поверили. Поверили и наши родители. Прошло почти полвека. Как изменилась сегодняшняя молодежь по сравнению с героями ваших первых картин? Кому теперь верить? Конечно, что хочет, первый комментарий хочет что-то о этом. Я удивился тоже. И сегодня у нас эти картины очень популярны. И популярны у молодежи. Я удивляюсь, когда-то где-то в автобусе или где-то молодые люди говорят реплики из картины, точно. Значит, смотрели много раз, молодые люди сейчас. Значит, им что-то очень нравится, все равно, что это прошлое время, тому назад, 40 лет, а другое время было. Сейчас... Конечно, проблемы, которые у этих картин были между молодыми людьми, имели проблемы в это время чуть-чуть по-другому. Сейчас много изменилось. Изменилось у молодых их, на первом месте, духовная жизнь. Есть очень великий писатель французский, Ульбек называется. Он написал, что сейчас это, что происходит, меняет генетику человека. Очень серьезно меняет. Значит, на первом месте молодые люди меняют отношения между детям и родителям, между отношения в семье, отношения к любви и так дальше, и так дальше. Это очень, он говорит, что это изменяет генетику. Очень опасно. Значит, самые великие ценности человеческого духа меняются и потеряются. В этом смысле есть тенденция, есть у молодежи, они принимают так, это легко принимать. Всегда эту пустоту легко принять и на это прицепиться. В этом проблема. Я сейчас вспомнил совершенно культовый фильм Рязанова, где один из главных героев говорил о том, что мы стали лазить в окна к любимым женщинам. Это были 80-е годы, и тогда можно было себе представить молодого человека, не обязательно очень молодого, который полез в это окно к любимой женщине. Я сейчас с трудом могу представить такую сцену. Я боюсь, что приедет полиция. Я боюсь, что молодого человека не поймет даже эта любимая женщина. Да, как мы к этому приходим? Только ли посредством средств массовой информации? То ли посредством отношения к тем даже не законам, а законодательным трендам, которые давят на мир? Или это происходит естественным образом? Человек просто отдаляется друг от друга, потому что между людьми появился, вот как между нами сейчас нас сближает экран, так людей, в общем-то, он разделяет. Конечно, это, что сейчас можно на кнопку, которую нажимать, и видеть это, прочитать, и видеть, это великая, великая возможность. Но, к сожалению, это и возможность, что это сильная это коммуникация, это вещи в руках
этих, у которых нет никакого духа, никакого серьезного, просто они хотят на всем и с этим заработать деньги, а деньги заработать пустотом, это легче, но. А сейчас, благодаря этой технологии, каждому легко прийти к экрану, каждому легко прийти к литературе, если он может, если ему, мы все время подставляем плохую литературу, плохую картину, это будет очень плохо за развитие его личности и его отношения к семье, к детям, к друзьям и так, к женщинам. Да, о женщинах. Практически все ваши художественные фильмы о любви. О любви между мужчиной и женщиной. Но я не могу себе представить, наверное, я не прав, я не могу себе представить любви без отваги. Я не могу себе представить любви, когда человек, предохраняет себя от каких-то тех ситуаций, в которые он не хочет попасть. Любовь – это как отчаяние, такое очень светлое, мне так кажется. Любовь все границы снимает между людьми. Любовь не может остановить ни закон, ни нравственность, та или другая, или третья в том или ином обществе. Вспомним хотя бы Шекспира. Но буквально какое-то время тому назад был снят, если я не ошибаюсь, в Англии, Америке, фильм по Шекспиру, где играли, где актеры были совершенно современными. Современные актеры, современные ребята, без всяких декораций, читали тексты Шекспира. Я посмотрел этот фильм, он был в переводе на русский язык, и я уже не поверил Шекспиру. Я не знаю, что вы сказали. Значит, любовь – это первая тема искусства. «Илиада» и «Одиссея» – это любовный роман. Все равно там они, там армия, там битвы, там кто-то. Но это любовный роман. Значит, и это и «Война и мир». И так дальше, и так дальше. Значит, если у этого есть очень интересно, значит, если сейчас отношение к любви меняется, потому нет хорошего искусства. Нет, у этого и у Шекспира, и не хочет, и у Эсхила любовь. Это на первом месте любовь. Да. В одном моем стихотворении была строчка, которая это стихотворение оканчивалось. И на всем белом свете действительно только любовь. Лет 18 тому назад один мой знакомый профессор раскритиковал эту строчку, сказав, что это настолько банально, мир сейчас уже изменился, и никому эта любовь не нужна на всем белом свете. Сейчас время других ценностей. Я не удивился, что этот профессор поддержал многие новации в европейском свете и в нашем, в общем-то, мире на Украине, которые как раз и, как мне кажется, уничтожают нашу и культуру, и историю, и самое страшное – любовь между нами. И вот здесь я хотел перейти к очень важному для меня вопросу, потому что вы являетесь известным общественным и культурным деятелем не только в Сербии, но в славянском мире. За выдающийся вклад в киноискусство вы были удостоены многих наград, в том числе золотой медали имени Сергея Бондарчука, что очень важно для меня лично. Потому что это великий режиссер, именно он снял самую «Войну и мир», да, которая открывала
глаза на Толстого. У вас прекрасные связи и в России, и в Беларуси, и в Украине, где вы неоднократно принимали участие в работе фестивалей, в том числе в Украине и православного кино. Тем не менее, ваш сценарий о прототипе Вронского из романа Льва Толстого «Анна Каренина», блестящем полковнике русской армии Николае Раевском, не был снят. Кажется, о судьбе неснятой картины можно снимать драматический фильм, а может, как в случае с вашим сценарием, и в какой-то степени детективный. Прошло уже несколько десятков лет. Дорогой Юрий, расскажите, как вы пришли к Толстому, к идее сценария, и почему фильма до сих пор? Этот фильм попал в очень сложное время. Значит, это было, ну не точно, около 90-го года, когда я написал этот сценарий, мы были в договоре очень серьезно. Колумбия из Америки, великая продукция, им так это понравилось, что они сразу хотели это снять. Только было их условие, что главные роли будут их звезды, американские. Но мы согласились, и тогда мы подписали уговор само с фильмом. Какой это год был? Я думаю, 90-го года. 1990-го года. Еще до распада Советского Союза. До распада. Это было до распада. В Москве, у Мосфильма мне так встретили, потому что в этом моменте они не имели возможности, вы знаете, какие проблемы были тогда в Москве и России, не сняли ничего серьезного. Нет. Там еще были целый полк лошадей за картины. Их никто не использовал. Значит, это нам надо было это, костюм и так дальше. И они были счастливы, что могут участвовать в таком проекте великом, потому что в этот момент такие великие проекты в Советском Союзе и Мосфильму не было. Что случилось? Значит, мы подписали этот уговор. Колумбия была договорена, что бы дали 37 миллионов долларов. Кроме этого, чтобы они заплатили звезды, и то первой категории, одна стоит 7 миллионов долларов, звезды и режиссера. Когда пришла осень, когда надо было калькуляцию заплатить, они мне пригласили, и мы пошли там, они сказали, мы не можем подписать калькуляцию, чтобы они заплатили, потому что никакая организация, которая в Америке есть закон, они защищают себя, их законы очень хорошие для себя, за нас их законы очень плохие, а за себя они очень серьезно работают. Mm-hmm. Значит, все равно, что Колумбия частная фирма. Они не могут заплатить мне деньги, если у них нет застраховка. А ни одна организация, которая занимается застрахованием проекта, не хотела застраховать этот проект. Я не понял, почему. Но, конечно, потом понял. Значит, организация, которая этим занимается, они очень серьезную связь имеют с ЦРУ и с кем-то. То есть они знали, что будет происходить? Что будет происходить. Они мне сказали. Ага. И подпишем это, если у вас есть какая гарантия. Но никакая гарантия из Советского Союза не может быть. И Горбачев может подписать нет гарантии. И никакая гарантия из Югославии. Никакая банка, никакая гарантия. Может правительство подписать? Нет. Найдите где гарантию.
Я искал эту гарантию, потом, после полгода или сколько прошло, мне дал гарантию один очень известный наш человек, он в Лос-Анджелесе живет, он великий там фирму фармацевтскую, есть его фабрики и в России есть, Милан Панич, он дал мне гарантию, но начиналась война в Югославии. И когда начиналась война, закрыто было все, блокада была Сербии и Югославии, они не могли ничего заплатить, промета не было, это пропало, прошло 5, 6, 7, 8 лет, изменилась абсолютно ситуация в кинематографии, потом никого больше это никому не было интересно. Это так пропал этот проект, когда было это, потом еще раз пропал. Этот проект пропал, когда он попал в Белоруссию, развалился Советский Союз, Белоруссия стала самостоятельна, и им была очень близкая идея, потому что Черняев, который был начальник штаба у этой войны, он белорус. Он белорус, и им было это. И у Белорусфильму мне сказали, лично батюшка это видел, и почему нам Америка самими с ними это кино. Но только одно надо что-то поправить. У этой сценарию Черняев чуть-чуть негативный. Черняев. А я стал и сказал, послушайте, я много сценарий написал. Можно, много что-то можно изменить. А есть что-то невозможно изменить. Исторически он... Вы же работали над этим сценарием в архивах, насколько я знаю. Вы провели огромную работу. Архивы, мне сколько надо было, я видел. Это целая история продумана, но архивы есть. И они мне, когда я сказал, что я, если это и не было точно, я у своей свободы, как искусство, хотел ставить два типажа русского человека. Один есть. Конечно, герой. Неспорно. Черняев. Который не считает ни за что, ни свою, ни ту же жизнь. Пьяная русская сила, война. А в то есть дух и покаяние. Это две разные. Это вронский. Дух и покаяние. Они сказали, но знаете, и дали мне книгу о Черняеву. Вы видите, что пишу в книгу, какие он герой был. Я открыл книгу и видел, эта книга собрана статьи из разных газет. Я насмеялся, сказал бы, ну, дайте вы мне книгу из газет о Сталине. Ну, мислим, это значит, он был такой очень человек, который когда-то и неадекватно себе водил, но то не значит, что он не был герой, что не значит, что он не был первым там перед пулями, это одно. То не значит, что он не был, борился за славянский и православный народ. Это все точно. Но есть у Толстого одна интересная, я тоже от этого пошел, фраза. Каже, война – это страшное дело. Есть две возможности участвовать в войне. Пойти там, чтобы убивал, это одна возможность, а вторая, чтобы жертвовал себя. Значит, у этого второй, когда ты жертвуешь себя, тоже убиваешь, это такая работа. Но нет, это на первом месте. Ты жертвуешь себя. И у меня была такая Вронский пошел жертвовать себя. Жертвовать из-за этого покаяния. И сейчас на вопрос, который сначала, как пришел к этому. Я когда читал Анну Каренину, все равно, что-то кажет, разные там
Есть неправильно. Это критика была с разных сторон. Но я видел, нет такого православного романа. Почему? Все удивляются, когда я это кажу. Нет, он очень-очень характеристичен по этому вопросу. А почему? Как они говорят? Я говорю, вы видите, у этого, что основно у нашего православного христианского морала? Есть покаяние. И есть чувство вины. У этого романа каждый герой чувствует вину, а Христ чувствовал вину в имя наше. Значит, чувство вины, вы видите? Чувство вины, и конечно, и Анна, и Вронский, и старый Каренин, конечно, чувство вины. Вы видите целый последний час романа Левин и Кити. Они тоже чувствуют вины, что они сделали плохо. Но чувство вины есть это христианский и православный. И я пошел от этого. Чувство вины. Это было первое, что мне очень хотел это. И Вронский приезжает к моему сценарию в Сербию. И там тоже попадает еще хуже чувство вины и трагедии. Еще хуже. Там эти священники, которые убивают, потом страшно страдают и так дальше. Значит, но вы помните, хочу вас то, последняя страница у Анны Карениной. Вронский идет где? В Сербию. Его встречает, какие там его приятели на вокзалу. Да. Я думаю, и он едет не просто так. Он на деньги своего капитала собирает небольшой отряд и едет одним или несколькими вагонами, если я не ошибаюсь. Yes. Но я хочу вам сказать, что-то, может быть, забили это. Но, конечно, кто не имел рук. Последнее, что сказал, это его приятель хочет что-то поговорить, чтобы говорил там по салонам у Питера, как он встретил Вронского. Его никто не видит. Но Вронский не хочет. Говорит, не хочет отговорить. И когда этот его приятель, как я, князь, забил его имя, неважно, сказал, но я тебе напишу рекомендацию за главу сербского правительства Ристица, он мой приятель. На это Вронский отвечает. Это последнее, что написано у Ани, что сказал Вронский. Благодарю за смерть, не надо рекомендация. Это, так. Значит, от этой точки я пошел и сделал свой этот рассказ. Раевский был. Я взял исторические факты, которые связаны с Раевским. Он 15-16 дней только был здесь. Погиб. За две недели погиб. Пришел, был в атаке и погиб. Раевский. Там построено, там, где он, у Романа, у моего сына, тоже есть, там на этом месте, после 10-15 лет, не знаю сколько, приехала его невеста, жена его брата, построила церковь. Церковь такая, как у их имению, у деревни Разумовску, называется Украину. Там было имение Раевских, одно от имения их было, выше там имели там свои деревни. Из этого деревни, да, эта церковь и сейчас действующая, и сейчас все приезжают в эту церковь, как у церкви, где погиб Вронский. А он, церковь построена на месте, где он погиб, где он умер. И там был похоронен, потом его взяли и приняли его земные остатки в монастырь, один сербский Святой Роман, а потом из этого 1993 года очень торжественно на кораблю отправили его из Белграда за Россию. Это так с Раевским было. Значит, эти исторические факты есть в этом моем сценарии, но связано с Вронским. Там остальное, что-то придумано, конечно. Да. Это. Я думаю, как я пришел к этому
идеи, чтобы от Анны, чтобы от Вронского. И интересно было и многим здесь, и, думаю, и в Америке и так дальше, что там, кажется, говорим мы, все знают, что случилось с Анной, а сейчас... Но вы видите, что случилось с Вронским. Я, конечно, позволил себе закончить эту историю. Да, но вы еще приводите слова, которые принадлежали Раевскому, о том, что он говорил в случае, если он погибнет, чтобы сердце его осталось в Сербии, да, а тело перевезли в Россию. Есть, но сейчас место, где он был похоронен в этом монастыре, стоит там памятник, где стоит, что он был похоронен, и на памятнику пишет, что на этом месте его тело взяли, а сердце его оставили на этом месте, где он был похоронен у монастыря Святой Роман. Называется монастырь, где стоит памятник и его могила, которая была, у которой он был, а сейчас там написано, что есть его сердце по его завещанию, по его желанию, чтобы сердце осталось здесь. Когда-то вы рассказывали о странной, нелогичной, а любовь не может быть логичной, любви сербов к России. Это ваша фраза, я ее хорошо помню, что серб еще не научился говорить, но уже знает русский язык. Точнее, он знает о том, что русский язык он знает. Вы говорили о том, что в истории взаимоотношений России и Сербии были разные периоды, но не было ни одного, чтобы Сербия предала Россию. Но я помню, когда мы говорили об этом, конечно, каждая любовь рациональная. Она имеет, если бы вы хотели объективно и рационально показать, почему вы только в свете, в миру любите свою женщину, это только вам возможно. И никто не будет это принять как объективный факт. Это иррационально. Так и любовь сербская к русскому есть иррациональная любовь. Просто и когда русские делают плохо к нам, все равно. Никто не это не вы видите, значит, 41-го года, значит, когда 22 июня фашисты напали Россию, конечно, говорили Россию, но Советский Союз, тогда поднялась целая Сербия. Значит, поднялась Сербия на восстание, она была оккупирована от Германа, поднялась и говорили, матушка, Россия, спасать. И не только коммунисты, но и четники, монархисты тоже поднялись контра, чтобы спасли, чтобы помогли, спасли, помогли мать России. Это первое восстание в миру контра фашистов, где было до этого. Значит, первое. Второе. Освободили половину Сербии. Освободили. Многие дивизии пошли со востока потом, чтобы уничтожили это восстание от Сталинграда, откуда пришли потом очень серьезные. И потом несколько лет приезжали дивизии, чтобы уничтожили за спиной там такую стала сила и так дальше. И, сейчас, когда было 99-го года, когда бомбардировку сделали Сербии, Белграда и так дальше. В этот момент был там Козирев, или кто-то был. Это отдельный вопрос. Они, конечно, не были наши, как надо. И ничем нам русские не помогли. Никто, я не слышал, что кто-то сказал плохо, чтобы осуждал русских, что не помогли.
Они все говорили, но они не могу. Ну давай, когда они будут сильны, нам будут помогать. И это... развернул самолет, помните? Да. Примаков летел. Вот это единственный был жест. Примаков развернул самолет в небе, да. В Москву. Но были разные жесты, но разве то. И у нас есть поговорка. У нас есть поговорка, это точно. Нам может помочь Бог и Россия. Поговорка у народу, у народу. И тоже есть поговорка. Никогда я не слышал, что у нас говорят как поговорку «Мать Сербия». Но кто-то есть, может сказать, но не как поговорка, но говорят «Мать Россия». Но у вас есть еще и такая поговорка, я слышал. «Бог высоко, Россия далеко». Поесть и такая. Когда нам не очень тяжело, тогда, когда мы останем одни, это что делать? Одни, никого, Бог высоко, Россия далеко, а мы одни, а у нас враги. Я искал аналогию сербскому имени Гордана в русском, в украинском языках, и не нашел. А я знаю очень многих женщин с этим именем. Кроме того, мне рассказывали о том, что женщины играли всегда очень важную роль в отстаивании сербской чести. Говорили даже о том, что никогда не преследовали мужчину за то, что он не идет в ополчение. Просто начинали разговаривать с его женщиной, будь это мать, сестра или жена, и в итоге она сама убеждала своего мужа, сына или брата присоединяться к ополченцам. Да. Вот какова роль все-таки же? Ну, вот такой миф, это миф или нет? Я думаю, нет. Женщины есть интересно. Я заметил и много раз говорил, и на Западе думают, что и в России, и в Сербии отношение к женщинам плохо. А они культурные, их отношение такое. А я говорю, поставите целую мировую, всю мировую литературу на одну сторону и поставите русскую на вторую сторону. И видите, сколько у литературы русской женских характеров, женских образов, да? Образов. Целый мир такие нет. Почему это происходит? Из чего это происходит? Из-за этого, что русские не уважают женщин, нету миру. Настасья Филиппова, нету миру. У мировой литературы, Наташа Ростова, нету миру Тани Ларине, нету мира до Аксини, докуда хочешь. Нет такие персонажа, нет такие... Почему? Что русские не уважают женщину? Я думаю, уважают. Уважают больше, но что уважают... Ну, на Западу, но там то что-то другое. Что какие пьяный мужик сбил свою женщину, по их такое бывает. Но не надо это. У нас женщина, я шутку, когда в России я говорю, у вас матриархат, женщины тяжит, но у нас говорят, что женщина столб дома, и у нас всегда, и у вас тоже. Все равно на какие инциденты, но я думаю, и потому женщина говорила, когда была и война, когда была. И сопротивляться первые, которые подстрекали свои мужей. Подталкивали, да. Подталкивали. Да, есть мать, есть супруга, есть это женщина. И у вас, и у нас. Я вчера говорил уже вам, я вчера
смотрел ваши фильмы и нашел совершенно неожиданный фильм для себя. Вот. Дело в том, что когда тексты художественного объединения Абриутов, куда входили Александр Веденский, Николай Заболоцкий, Даниил Хармс, попали на Запад, а их опубликовали только в 60-е годы, то эта публикация вызвала искреннее недоумение. Ведь театр абсурда, как направление, возник в Европе только в 50-е и 60-е годы. А молодые советские поэты из этого клуба Абриутов пришли к этому, к этой стилистике в конце 20-х, в начале 30-х годов. За два десятилетия для Эжена Ионеско и Самуэля Беккета. Думая о нашей беседе, копошась в интернете, я посмотрел ваш фильм о Данииле Хармсе. Этот фильм был снят в 87-м году. Он так и называется «Случай Хармса». Художественное решение фильма, естественно, перекликается с итальянским кинематографом. При этом у меня возникли ассоциации и с Сергеем Параджановым. Что вас окликнуло в хармсовском мире? Где грань реальности и того, что принято называть абсурдом? Я был, и мои друзья, которые работали то, встретили литературу Хармса. И там есть одна книга, которая пошла у нас, разные его рассказы, которые называются «Случаи». «Случаи», да. Значит, что случилось? «Случаи». И там есть одна... так пришли... Идея, это моя идея была. Значит, он писал эти «Случаи», а что случилось с Хармсом? Конечно, никто точно это не знает, и потому мы оставили своей мечте, что могло случиться с этим Хармсом. Видите там, что интересно мы сделали. Значит, есть у одной роли и эти комсомолка, и эти исследователь, и эти почтальон, все в одной роли. Один актер, это мужчина, но его играет женщина, актриса. Значит, есть и ангел, и полицаец. В одном человеку. Потом, есть женщина, которая встречает маленького Хармса, когда первая демонстрация там по улице. Он чуть не сбивает ее с ног. Она вечная, она муза, она первого его встречает, а потом его и любовница, и инспирация, и она вечная, вечная своих поэтов. Она не старит, она стоит, как стоит, в каждом времени одна и то же. И она принимает потом его пепел, который приносит его почтальон, который и ангел, и так дальше, так дальше. Это абсурд, который там есть. Конечно, вы видели, мы показали и театр, который абсурда в этой сцене показали, цитировали много точно его, из его диалога. Там есть точно из его диалога взято и так дальше. И, конечно, и тогда, когда мы были у Кану, очень критики были, очень. Мы получили приз Камера Дор, это очень великий приз и денежный приз за этот фильм. Это им первый фильм был со стороны социалистических стран, который показал такие фильмы. Было разных по миру, были такие, но что такое показали. И критика очень хорошо заметила этот фильм. И были многие удивлены, что видели это, что вы говорили, что у Советского Союза и театр, и поэзия, и
и искусство художники и так рисовали. Очень авангардная литература была, искусство перед Западом много-много шагов. Да, при этом именно в Советском Союзе в 30-е годы проходили репрессии. Только в начале 20-х годов окончилась гражданская война. Была жесточайшая цензура. И при всем при этом в 20 веке Советский Союз дал миру все-таки огромное количество талантливейших представителей художественного и слова, и других видов искусства. Я вот несколько лет тому назад был в Стамбуле на книжной выставке. Меня поразил масштаб. Такого объема выставок я не видел нигде в мире. Она проходила в 50 километрах от центра Стамбула на какой-то очень большой выставочной площади из целого ряда зданий, между которыми были переходы. Люди шли к этой выставке и стояли в очередях. Шли за несколько километров. Было видно, что люди оставили машины и идут. И выходили практически все с книгами. Каково же мое было поражение? Вот, я поразился тому, что были портреты Кафки, были портреты Достоевского, были портреты Толстого, но я встретил портреты Шолохова и целый ряд изданий Шолохова, переведенных на турецкий язык. Я встретил издание и нашего киевлянина Виктора Некрасова, переведенные на турецкий язык, Зощенко и многих советских писателей, которых я никак не мог ожидать не то что в Турции, а книги, которых я уже не встречаю у нас в украинских книжных магазинах. Да и в России их встретишь не так часто. Тут реклама большая, и тут очереди к прилавкам с книгами. Я спросил у своего турецкого знакомого вечером, что это было, почему это так. На что он, будучи таким тюркоманом, он очень верующий человек, он мечтает о том, чтобы у него было не меньше 8 детей, а у него только 3. Я видел выражение лица его супруги, когда он об этом говорил. И я понимаю, что она с ним, конечно, в общем, разделяет все ценности, но ей тяжело. Он может думать, если не может одна, возьми еще несколько супруг. Я думаю, что она справится. Судя по всему, несмотря на что, это была та женщина, которая справится. Потому что дома, как и в славянских семьях, в турецких семьях, и вообще на Востоке, хозяйка – жена, а не муж. Муж – хозяин там, а когда он приходит домой, здесь царство супруги. И он мне рассказал, что Турция развивается, и Турция хочет стать следующей после России в 21 веке. Он сказал, что если Россия была главной страной в 20 веке в сфере культуры, то теперь задача взять эстафету у Турции. Турция хочет взять эту эстафету. И для этого нужно изучить все то, что сделала Россия. И поэтому мы переводим все, все читаем и все изучаем. Скажите, есть ли еще одна страна в мире? Наверное, есть, я просто не знаю, где такое отношение не только к золотому веку русской литературы, но и к советскому наследию. Ну, конечно, но сравнение с Турцией нам не надо. У Сербии русская литература как домашняя литература. Кто читает? Есть кто ничего не читает. Это он, не надо это. Но кто у кого книги? Нет меньше сербских до русских. Русская литература как домашняя литература. Каждый знает все. Говорю эти, которые знают. Он знает
только русская литература, это наша литература. Потому вы нормально человека, учительница там, сельская, вы говорите, то она читала все русское. Все, что ей было под руках, русское читала. Так у нас русская литература, домашняя литература. И это очень важно, потому что это, конечно, великая литература. Дорогой Йован, вы вспомните, познакомились с вами в Златиборе. Для меня же это знакомство и эта встреча стала чудесной еще и потому, что по дороге мы с женой заехали в монастырь, где молодой послушник, так похожий на Алешу Карамазова, открыл для нас церковь и на просьбу помолиться о Киеве и Украине объяснил, что все будет хорошо. Он показывал книги, свидетельствовавшие об этом в откровениях святого Паисия и других монахов. Он зачитывал сербский текст об Украине и России, и текст воспринимался родным и понятным, хотя я до сих пор уверен, что я не мог понимать сербский язык, но мне казалось, что я понимаю все. «Все Господь управит», — улыбались его глаза, а зло, подчеркивал, в экране. Показывал фотографии, уличающие телевизионный экран, тенью в нем этот послушник. Да все бы ничего, но свернули на монастырскую дорогу именно потому, что мой телефон начал спорить с Федором Михайловичем Достоевским. Текст, которого мы тогда как раз слушали в машине. Речь шла о сподвижнике в это время, старца Зосимы, отце Паисии. И вдруг телефон подал голос, сообщив, что существование Бога не доказано. Я свернул влево тут же, и мы поднялись в этот монастырь. Какие функции в этом телефоне самовольно включились, не столь важно. А вот то, что подаренный послушником Алешей, а какое у него могло быть другое имя, теперь остался у нас только Алеша, открыткой, на которой отец Паисий стоял у своей кельи на Святом Афоне, мы приехали в Златибор, это важно. И в гостинице, когда я включил телевизор, на ожившем экране предстал тот самый святой Паисий в своей келье на Афоне, прямо как фотография на открытке. Фильм о нем шел на русском языке. Потом оказалось, что снял его мой старый знакомый из Киева Александр Столяров, а через час, в продолжении всех чудес, мы познакомились с вами, дорогой Иван Маркович, и была дорога в Белград, наша с вами незабываемая дорога в монастырских сербских горах. Сегодня же наша церковь претерпевает, как вы знаете, раздор и гонения, и вашей церкви нелегко, и всему православному миру нелегко. Расскажите, что вы думаете об образе веры в православном мире? Что предчувствуется вами в будущем? У меня есть такая идея, не идея, такая мысль, что благодаря этому, что нам вам 70 и сколько лет не позволяли веру, а нам меньше, но у нас не было, как у вас, так круто, мы сохранили эту веру у себя. У нас посмотрите, что случилось на Западе, где всегда была свобода веровать, там стали такие неверующие. Ну да. Католика. Такие неверующие люди. А у нас вера, его все работали, чтобы уничтожили, но она стала еще больше, еще крепче. Это первое. Но, конечно, я говорил о нашему примеру. Этот рефлекс коммунистический, он буквально, этот рефлекс у Черной Горы. Эту Черногорскую церковь придумали неверующие бывшие коммунисты. Потому
что только коммунисты могут это сделать, что сделают церковь как решение партии. Решила партия их сделать церковь. Церковь не формирует партия, ни парламент, ни правительство. Это что-то другое. А они решили на правительство, нам надо наша Черногорская церковь. Но это такое их оправдание. А у основы этого есть у сербской церкви, у Черногории, потрясающее имение на берегу моря. Такие там церковная земля. Они это хотят забрать, чтобы это деньги за то взяли, чтобы распорядили и сделали там гостиницы. Это такая идея. Значит, и они сделали такую черногорскую церковь. Сегодня у нас день Святого Савы. Святый Сава. Поздравляю. Да, у нас Святый Сава что-то другое. Конечно, кто-то знает, кто-то не знает. Значит, все, что связано со сербами, есть Святый Сава. Когда я по России, там много там видели и монастыра, и многие святые люди, и так дальше. И говорят, это святые... излечили эти заболели, какого слепого он видел и так далее, и так далее. А я наполовину шутку говорим, у нас есть святые один, никого он не излечил, ни слепого, чтобы потом видеть. Но он первый сделал школу, первый сделал больницу. Первый наш поэт, первый написал песню. Он написал первые законы. Он был наш первый патриарх, он сделал сербскую православную церковь и так дальше, и так дальше. Он был принцем, он бросил свое королевское принческое и пошел у Хиландар. Он сделал народ. Значит, он никакого слепого не излечил, но сделал народ. Наш народ не бы был никакие народ. Мы бы остались под 500 лет под турками, и с кем-то без Святого Савы никто не бы было никакого серба. Какие серби? Язык не знаю, какие бы был, и турецкий, или германский, или, не знаю, итальянский, и так дальше. Культура, вера, может быть, мусульманская, может быть, католическая, и так дальше. Святый Сава установил такую веру, и у нас, говорят, варианта нашего православие, конечно, православный, как и русский, со своим верующим символом православия. Но у нас добавится всегда Святославие. Варианта православного, варианта Святого Сава. Святого Савы. Так, значит, это сегодняшний день, и эти Святый Сава, он его славит день школы, сегодня школы не работают, потому что первый просветитель, первую школу, он и так дальше, и так дальше, на нас Святый Сава. И, конечно, он, когда говорим о Черногории, он родился, Святый Сава родился там, где сейчас столица Черногории, в Подгорице. Там он родился. Что? Они сейчас говорят, что они не серби, не знаю, что они. Что они? Какие там индийские, азиатские? Какие? Как? Если не сербские жили. Вы встретили Матию Бечковича, поэта нашего сербского, очень хороший поэт, великий поэт, мой друг, он из Черногории, конечно. И когда они сказали мне серби, он написал им письмо и сказал, но вы стали сами маленькие и сами новый народ на планете.
может быть, какие новые еще будут, но они еще не знают, кто они. Но вторая его фраза есть. Но если вы новый народ, если вы не сердцы, а куда, где, что случилось со вашим царям, с Косовом, со вашими героями? Они были все сербы. Их у вас больше нет. Их нет Обилича, нет цара Лазара, нет цара Душана, нет Святого Саве. Они все сербы были. Нет короля Николы, черногорского короля. Он серб был. Нет Негоша. Он серб был. У вас их больше нет. Что у вас есть, если вы... Нет, так, значит, это сейчас, значит, тенденция у нас. У нас, не у нас, у Черногории. Ну, это буквально группировка криминального правительства. Если они не бы послужили Западу, они бы были все арестовали звук криминала. Криминала очень там. Это правительство, они, конечно, знают, что самая основа, которая держит 1000 лет, 800 лет было прошлого года наше самостоятельное церкви, патриархальное, значит, 1000-летней церкви, культуру, идентитет. На первом месте у нас сохранилось благодаря православной церкви. И сейчас они хотят этот идентитет изменить, и потому своим силами идут контра, никакого аргумента у них большего нет, но быть контра себя и контра сербской церкви. И они хотят придумать свою церковь, но там никто там у эту церковь не идет, никто там не крестится, никто там не поклонится. Как мы это хорошо понимаем. Да, это так, такая. Значит, эта тенденция, конечно, их из политических поддерживает где-то там, из какие церкви, из Украины. Может быть, и из церкви тоже самостоятельно, может быть. Но это не перспективы. Сейчас, когда они хотели взять монастыри сербские, поднялся целый народ. И было несколько месяцев, и рухнули все, это не позволяли. Это была такая духовная возвышение духовное, что я не ожидал в Черной Горе, потрясающе, когда целый народ пошел защищать свои святыни. Да. Ну, мы знаем, что происходит у нас. Потому что мы внутри это тяжело комментировать неэмоционально. Единственное, когда я был в Сербии, я хорошо помню, что на всех обедах после наших поэтических, литературных мероприятий обязательно второй тост был за Косово. Я помню, как вставали сербы и пели песню «Косово». И я помню, что они плакали, когда пели эту песню. Вот, наверное, Киевская Русь, Киев, это тоже Косово современное. Но мы просто плохо это еще осознаем. Но я хочу вернуться к 1999 году. Я тоже хорошо себя помню. Вот, прильнувшему к лампочному телевизору, было очень стыдно за то, что происходит. А вы тогда в Киеве представляли свой документальный фильм «Война на Балканах». В кадре были далеко недалекие годы прошлых войн, а настоящие, в котором натовские самолеты бомбили Белград и другие города. До сих пор, проезжая улицами Белграда, нас провожают дома с несмываемой копотью тех лет. Были разрушены и мосты, а мост – один из главных символов
сербской культуры. Последний руководитель Югославии, Милошевич, уже из зала Гаагского суда предупреждал и Украину, и Россию, и Белоруссию. С вами сделают то же самое. Но как переживать простому человеку, не вовлеченному в политическую деятельность, происходящую с его народом, с его культурой, и при этом сохранять то самое главное – человечность, не обозляться, не уходить в апатию? Значит, конечно, есть христианские и по православному. Значит, у нас был один поэт, который говорил, что есть человечество, что есть героичество, а что есть человечество. Он говорит, героичество есть защищать себя и свою семью, и свою родину от врага, а человечество есть защищать врага от себя. Значит, в этом смысле есть, значит, как делиться. Я очень так стал, очень мне жалко, что у Сербии последних, у последней войны и у последней этого 2000 года, когда было 90 года и так дальше, стала эта злость, прозлились. Мне очень жалко. И у моим картинам я был контра этого. А они мне говорят, но если мы говорим, что, что мы делали какая злодела, хорваты тоже говорят, что мы делаем зло, значит, только. А я сказал, ну, пусть они говорят, что говорят. Первое, надо говорить о своим. О своим. У нас есть пример. Потрясающий. Я думаю, у мира нет такого примера. У Первой мировой войны. Когда взяли часть Сербии, Австро-Венгрии, там был такие злодела сделали, да Райс, известный там из Швейцарии, да был комиссия, они первый раз сделали формулацию геноцида на этом вопросу, там и у Армении. Формулация. До этого эта формула, что есть геноцид, не было. Значит, после этого была потрясающая контрафазива сербская. И взяли в плен 37 тысяч этих солдат. Ни одного не расстреляли. Это не наши документы, это австро-венгерские документы. Значит, ни одному солдату, который взят в плен, никто не имел права ничего взять. Если его кто-то взял из кармана, если где только видел, расстрелял бы нашего солдата, что взял. Конечно, взял его винтовку и ружье. И оставили все остальное. Офицерам некоторые и деградировать. Взяли пистолеты и ружье, а оставили сабли. Офицерами. Значит, ни одного не расстреляли. Послушайте, там была очень война, была несколько войн до Первой мировой войны, Первая Балканская, Вторая Балканская. И была, у Сербии было, никто не работал, женщины просто, люди пошли в войну и остались там 20 лет и так далее, 10 лет. Значит, не было голод, не было хлеба, не было ничего. И есть документ, такого документа в миру не было. Есть. Значит, документ генштаба
который занимается обеспечением, что войска надо кормить войску. На первом месте стоит обязательно это прибавить за раненых. На втором месте обязательно это прибавить за пленники. Все меньше и меньше. На третьем месте еще меньше обязательно прибавить за офицеры. На четвертом месте за наши солдаты ничего не было предположено, что добавить. Они здесь, они найдут что-то. Вы видите. Значит, пленник как гость. Его надо уважать, его надо кормить и хранить. Тогда не было ненависти. Тогда было так. Тогда сербы победили у каждой войны. А потом испортилось, много погибли, стала негативная селекция. И сербы у этой последней войны стали и злодела делать, и так дальше, и потому много что-то потеряли. Много что-то и на военной плану не успели, как успели, когда были просто без ненависти, защищают свою родину, но уважают человека. А сейчас, к сожалению, было у этой последней войны, что мне очень жалко, и в много своих картинах мы это регистрировали на это одна. Одно, что они нам сделали, это одно. Сделали. 41-го года, что у Хорватии самые страшные лагеря были, здесь у Хорватии, где были сербы и так дальше, и убито и так дальше. Но они это сделали, это их проблема. Но нам не надо это никогда сделать. И это, в этом смысле говорим, в этой ненависти, если имеет право. По-христиански есть, нет это. Это нет и по нашему святославскому и вашему православному. Не надо никакой ненависти и отместить все это. Нет, надо уважать человека. Когда? Что случилось у этой Первой мировой войны? Когда решила наша войско и народ через Албанию эвакуировать из Сербии, когда со всех сторон оккупировали и напали Сербию, генерал пошел перед пленником и сказал так: «Братья, вы голодны, вам холодно, вы заболели, подождите здесь, мы дальше вам не можем ничего обеспечить, ни лекарства, ни кормить, ни дальше. Ваши очень близкие, они вас будут лечить, они вас будут кормить. Простите, если что мы плохо к вам сделали». Так их оставили. Что дальше случилось? Пошла войско, за войском народ. И первое к этим колоннам, которые были беженцы, пристигла болгарская конница, кавалерия. И они стали убивать, грабить, и что-то злодела какая, женщина насиловать. Солдаты, пленники, эти, которые ждали свои, заболели. Там было брошено, войско со собой взяло сколько могло на себе ружья. Ружье было везде. Они взяли винтовки и стали защищать народ. Это люди, которые были злодельцы, после этого, такого отношения нашего, стали, и когда болгары видели форма австро-венгерска, войска их атакует, их, они стали и защищали народ. Это такое было. Так закончилась одна эпизода, очень важная, когда ненависти, когда было уважение человека и так. Дай Бог, чтобы эти примеры помогли нам когда-нибудь
выйти из того тупика, в который, мне кажется, заходит Европа, и в том числе и наша страна. Потому что у нас все очень неспокойно. Кажется, то, что началось тогда в 90-е годы, оно не окончилось. Оно просто на паузе, и что-то продолжает. Какое-то брожение есть, и будем молиться и надеяться, что как-то обойдет, как-то Бог управит, как говорил тот послушник из старого сербского монастыря в горах недалеко от Златогора. Я хотел вот спросить вас вот еще о чем. Вы когда были у вас дома, вот вы показали свою книжную полку. Это книжная полка, вы сказали, вашей семьи. Там книги ваши, ваших детей, а ваш сын профессор истории Педрак Маркович. Дочь Милена Маркович. Это одна из самых востребованных драматургов Европы сегодня. Ее пьесы ставятся во многих театрах мира, в том числе, я так понимаю, и в России. И есть еще одна дочка, Даница Маркович. Она врач. Но она тоже писала роман, который приведен на русский язык. Я видел только один ее роман «Роды». Один переведен, она написала три, эти один, да. Кроме того, традицию продолжают, я так понимаю, и внуки, которые тоже имеют отношение к кинематографу. Расскажите немножко. Внук не имеет. Внука есть дочь Предага, она стала очень известным актрисом. Ага. Очень серьезные роли. А внук, он не актер. Он здесь, я его покажу сейчас. Он здесь. Мы с ним были знакомы, да. Да, он сейчас готовит диссертацию докторскую там, где-то он был в Колумбии университету и был закончил очень-очень самым высоким. И там он здесь. И сейчас это корона и все застановила, сейчас здесь, но ему надо. А он такие путешественник, я думаю, у каждый угол России он был. И на Байкалу был, и в Сибирь был, и поездом по Сибирь он. Байкал был на этом острову, там где-то в Укане. Вот и дойдем. А расскажите, как... И он сейчас значит, он сын предка тоже. Да. Как вы вообще сосуществуете вашей большой семьей? Как вы поддерживаете друг друга? Как вы общаетесь друг с другом? Вообще, я это говорю, когда приезжаю, как лака кавалерия. Он и да поздравит сегодня. Он сейчас приветствует вас. Он знает несколько языка, а научили русский что-то. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Для нас большая честь, что не только Йован Маркович, а и вы, его внук, тоже с нами. Вообще, сейчас такое время, когда семейные традиции разрушаются. И то, что в вашей семье все сохраняется и продолжается, это необычайно. Ну да, мы огромная семья. Это мы не нормальная семья. У нас очень много человек, поэтому... Вы нормальная семья. Вы нормальная, хорошая семья. Это будет нормально. Это будет нормально, но сейчас это особенная семья. А вы собираетесь когда-нибудь вместе? Вот вы все вместе собираетесь? Да. Ну, да. Все время. У нас, значит, 7 внука и правнучка. Значит, 8 дня рождения. 8 раз мы собираемся все на одном месте. Потом 3 детей тоже дни рождения. Потом, когда день рождения их бабушки, матери и так дальше. Но точно мы не знаем, когда она рождена. Но мы взяли одно число, и это отмечаем.
Да, итак, конечно, конечно, замечательно. Я бы очень хотел вас всех когда-нибудь увидеть и вас всех пригласить в Киев. Я надеюсь, что скоро будет возможно передвигаться по миру и встретимся в том числе и здесь. Наше время подходит к концу. Дорогой Йован, скажите, пожалуйста, вот что бы вы пожелали и посоветовали нашим многочисленным зрителям и слушателям и в России, в Украине, и в Белоруссии, за пределами наших трех стран, потому что наш народ, называйте его как угодно, русский народ, украинский, белорусский, так или иначе, это самый разделенный народ сейчас в мире, разбросанный по многим континентам, но нас объединяет наша культура, наша память и наша вера. Что бы вы пожелали нам? О чем бы вы хотели нам вот рассказать? Я бы пожелал, конечно, чтобы есть многие люди, которые бы хотели жить вместе. Нюансы есть. Это разница, которая есть. Они такие малые. Их очень неважно эти разницы. У этих три народа, как и у сербского народа, я бы присоединил здесь и сербский народ. Один дух, одна вера. И, конечно, одна культура. Источники культуры наши одни. Пришли люди, которые хотят пошто-пото сделать какую новую культуру, какой новый аспект. Он не хочет, не хотят найти это, что нас соединяет. Но что-то найдет, какие мелочи, какие глупости, которые разъединяют. Это очень плохо. Но я думаю, это невозможно долго. Я думаю, станет все на свое место, потому что культура, она глубже от этого, что политика современная плохо делает. Политика современная, она идет по желанию какого Запада, а Запад, Тютчев, я всегда вспоминаю его потрясающую песню «Славянам» называется. Он это говорил, как сегодня, чтобы говорил. Запад хочет разрывать этот славянский народ, что он боится этого единства славянского народа. И всегда у наших народов есть за деньги, без денег, или из глупости, есть люди, которые принимают такие идеи и хочет нас разъединять. Но я думаю, инстинкт за соединение наше большие, он сильный, он глубже, и, конечно, я думаю, надо уважать каждую страну, но пускай будут две страны, три страны, сколько стран, это одно, но дух народа, любовь, человек братский, культура одна, это будет важнее и будет преобладать. Гоголь. Что Гоголь? Как? Чи он? Украинский или русский? Он планетарный, он всемирный человек. Это все равно. О, дорогой Йон, пока еще есть минутка. Хотел вас спросить. В одном из интервью вы сказали о том, что велик народ тот, у которого есть мертвые души. Да. Что вы имели в виду? Это было после какие дискуссии там была дискуссия и пришли там многие люди, это было где-то в России, я думаю, в Москве, семейное кино. И я удивился. Многие там говорят, нам надо показать позитивную семью.
А я стал слушать. Позитивная семья – это идея социалистическая. Все позитивно. Я сказал, как позитивная семья? А братья Карамазовы – позитивная семья? А Хамлет – позитивная семья? Что вы говорите? Я сказал, это идея позитивная, позитивное искусство, позитивная литература – это буквально социалистическая идея. И тогда сказал, потом в интервью сказал, мертвые души унижают русского человека? Нет. Нет. И тогда сказал, народ, который имеет такую книгу, это великий народ, он его не унижает, наоборот. На это я думал. Значит, есть искусство, есть то, а начали разговор о позитивной литературе и позитивной семье. А я навел много примеров, и Карамазовы, и так, позитивное. А никто лучше не сказал о любви, о семье, нежели у этого романа Достоевский, который не знаешь, кто хуже от кого. Никакая позитивная нет, но сказано очень много. О семье, о любви. И это только первая часть романа. Но, к сожалению, Федор Михайлович не успел написать, потому что ушел из жизни через 2 месяца после окончания «Братьев Карамазовых». Так мы с вами находимся в миру в мире «Братьев Карамазовых» до сих пор. Да. Да? Да. Там мы спасибо. И встречаемся с вами. Дорогой Йон, еще раз огромное спасибо вам за то, что вы нашли время, за то, что пригласили к себе в дом. Я вот смотрю внимательно на книги, которые за вами, и пытаюсь угадывать корешки. Многие не угадывают, но, кажется, некоторые из них есть и в моей домашней библиотеке. Я надеюсь, что следующая наша встреча или одна из следующих встреч будет уже не через непосредством экрана, а на земле, столом. И я хочу пожелать всей вашей огромной, замечательной семье всяческих благ, в первую очередь здоровья, ну и, конечно, того, что вы, как и сейчас, держались вместе и поддерживали друг друга и дарили любовь и свет этому миру. Спасибо вам огромное. Я тоже вам желаю привет супруге и всем вашим близким, семье и дальше друзьям. Привет и желаю здоровья и счастья. Спасибо вам большое. Я хочу поблагодарить славянский отдел иностранной библиотеки в Москве, который организовывает наши вот такие беседы. Я необычайно рад, что Елена с нами. И хочу поблагодарить также интернет-сайт, YouTube-сайт «Витражи», который присоединился к нам, вот разместил меня в этой студии, будет транслировать нашу с вами беседу и для украинского зрителя. Так что всем огромное спасибо. Спасибо тоже, с моей стороны. Спасибо. До свидания.